В ходе праздника, приуроченного ко дню рождения округа, в торгово-развлекательном центре «Оазис Плаза» работали интерактивные зоны этнокультурного центра, централизованной библиотечной системы, а также Центра культуры и досуга «Камертон». Для детей прошел квест «Это моя югра», состоящий из многих этапов. Ребята собирали из пазлов герб Белоярского района, вспоминали животных нашего края, участвовали в национальных играх, прыгали через нарты, состязались в меткости, а еще разучивали базовые движения хантыйских танцев. Мастер-класс давала руководитель национального самодеятельного коллектива «УВАЗ Хурамат» Центра культуры и досуга «Камертон» Маргарита Ординарцева. Большинство людей относятся к этому, что «А что там танцевать?» На самом деле, то есть везде есть свои нюансы. Где-то наклониться, где-то сесть, показать, как это было. Легко, да, станцевать два притопа, три прихлопа. А передать настроение самого танца очень сложно. Ребята также смотрели мультфильмы о коренных малочисленных народах Севера, отгадывали тематический кроссворд, делали аппликации, участвовали в викторинах, наряжали этно-елку, что расположилась у столика детской библиотеки. А для этого им нужно было сначала смастерить игрушки из подручных материалов – бересты, бумаги, шишек. Здесь же были куклы в национальных хантыйских костюмах. Это куколки у нас рассказывают, где они живут. Они у нас музыкальные, они разговаривают. Это куколка-мальчик и куколка-девочка. И вот мы говорим, что как они одеты, именно орнамент использован в одежде. И ребята должны угадать, что же тут за орнамент, допустим, на пимах у мальчика или у девочки на платье. На празднике любой желающий мог также сфотографироваться в традиционных костюмах народов, населяющих наш округ, или приобрести у местных мастериц колоритный сувенир. Одна из тех, кто предлагала свои изделия на ярмарке – горожанка Светлана Артемьева. Она родом из Полновато, по профессии учитель русского языка и литературы. С детства увлекается рукоделием. День рождения Югры – для нее особенный праздник. Девушка глубоко чтит культуру своего народа и стремится передать свои знания и навыки подрастающему поколению. Каждый народ должен знать свою историю, свои традиции. Это очень важно. Так что для меня это родное, свое. Мероприятие получилось познавательным. И, конечно, яркости празднику добавили выступления творческих коллективов и исполнителей города. Вокальных групп «Ассоль», «Добрые молодцы», «Белые росы», национального самодельного коллектива «УВАЗ Хурамат» и многих других артистов. Александра Плескач, Дмитрий Слепенков. Время новостей. Белоярский.